художник как жертва. Такой тип самоотдачи, такая сила самоотдачи звуку, что это становится религиозным актом. Сам тип звучания. И вот такой феномен артистический дает композитору право сотворить форму, основанную на этом свойстве. Религию в буквальном смысле этого слова, то есть религио, восстановление легато, восстановление лиги. И я совершенно убеждена в том, что нет более серьезной задачи для художника, как восстанавливать вот эту связь, потому что вся наша жизнь очень рассосредоточено. Все наше обыденное существование происходит как бы стаккато. Мы не успеваем сделать какую-то линию
из своей жизни. Но искусство нам позволяет эту линию сделать. И вот это легато и есть религиозный акт по существу. Видимо, это совершенно необходимо для человека, чтобы время превращалось. Элиота в первую очередь это занимала, особенно в его квартетах, в самой его заключительной работе. Это мыслитель, который, наверное, один из самых сильных мыслителей 20 века. Я думаю, что это произведение заслуживает самой-самой-самой большой любви. И вот его переживание времени. Он, по существу, он сделал время героем своего произведения. Там другого нет героя, там герой — это время. И четыре вариации времени, и четыре вариации вне времени. Это меня совершенно покорило. Настоящее, прошлое, будущее и вне время. Связанная с четырьмя стихиями, с четырьмя возрастами, с четырьмя... И вот вне время образует тоже четыре вариации. Это очень красиво, конечно. Точка внутри, неподвижная точка внутри подвижного круга. Точка, которая находится на подвижном круге и сама движется, второй квартет. Точка, которая находится на пересечении креста. И, наконец, точка совершенно иррациональная, абсолютно сумасшедшая, за пределами круга, за пределами креста. Это та точка как раз сущностного времени, где все погибает, все горит, все в пламени, в абсолютном уничтожении, но нельзя дальше жить, если не будет этой смерти. И огонь, и роза соединяются вместе. И образуется вот это сущностное время. Ну, это не просто красиво. Это такая правда, это такая внутренняя глубина. И особенно в 20 веке, когда мы так реально стоим перед концом, ощущать, что это благо, вот это конец, это благо, это очистительный огонь, очистительное пламя, после которого наступает преображение, истинное преображение, воскресение духа.